kalian aku Garin Primaditya, YouTuber dari Moskow, Rusia. Boom, asik. Jadi hari ini aku kedatangan tamu, nih nama dia, Kak Zofut. Privet, minya Zofut Marina. Asik, ini cantik guys ya, kersiu ya. Aku udah tuh. Iya, Zofut, Zofut Krada. Oke, jadi ngomongnya cepat banget gitu. Dia Volgograd dan Zofutnya ucis ya? Я учусь в РУТИ, это Российский университет транспорта. Ага, и уже сколько лет ты учишься в РУТИ? Три года уже практически. Ты раньше слышал о Индонезии? Да, я раньше слышала об Индонезии. Да? Я очень хочу съездить на Бали, но... Бали? Да, но у меня пока нет такой возможности. Хорошо, потом я приглашу тебя на хорошо. Бали. Хорошо. И да, сегодня мы будем попробовать блюда из Индонезии. Ага, очень заманчиво. Да, я уже готовлю все. Если называется рандан, это очень известно. Ага, это острое. Чуть-чуть острое, но потом будет попробовать как ты реакции. Хорошо. Это очень интересно для меня. Хорошо. И да, еще потом рендан, еще будет рауон, это как суп. Mm-hmm. Но это там можно с мясом, говядина или курица. Еще у нас потом будет попробовать, называется бакуан. Бакуан это жареное овощи. Mm-hmm. И наконец жареные бананы. О, сладкие. Это вкусно. Да, это. А ты попробовал? Да, я ела жареные бананы. А где? О, я не помню, по-моему, мы отдыхали с родителями в Таиланде, по-моему. В Таиланде, да? Да, была в Таиланде. Хорошо. Окей, кalau gitu kita langsung aja kita coba makanan yang pertama adalah rendang. Gimana reaksi dia? Kita aku akan ambil rendangnya dulu guys. Okay guys, jadi ini dia. Это называется рендан. Ну, это с курицей, потому что я забил купить, ну, мясо. Отлично, я не особо ем. Тебе не нравится мясо, да? Нет, я не ем говядину, а свинину так иногда. Меня повисло. Смотрите. Begitu aku beruntung, я gak bisa makan daging, jadi ini daging рендангnya sama ayam, guys. В Индонезии это не обычно с курицей, обычно с говядиной. Вот, сейчас мы попробуем, kita kasih dia. Ini daging rendangnya sebenarnya dari apa namanya dari daging ayam, jadi bukan dari daging sapi. Dan kita lihat reaksi dia kira-kira ini kalau menurut mereka ini pedas, cucut ostre no verna no popero vertica. Dadadadam di batang beras kajus kayak oh kayak butuh minum wadah terus. Это острое. О, кто ворота, где мы? Сейчас, сейчас, я вернусь. Это действительно очень остро. Но это вкусно, но это остро. Да? Угу. Острый, да? Угу. Очень. Блин, ini biasa aja loh, guys. Kalau aku ini makan ya. Все, я тоже попробовал. А для тебя это не очень остро? Нет, это нормально для индонезийцев. Остро. Безумно остро. Очень вкусно. Ну да, это вкусно, но... А ты плакала, да? Я рангс, гайз. Ей прям безумно остро. Иди, давай вода. Да, я чуть-чуть расскажу. Это там... Там есть перец, да? Mm-hmm. Еще там чили. Еще смесь там, перца, да. Еще там какой-то чеснок. Перец, чили, чеснок. И я не знаю другие, как называется по-русски. Mm-hmm. Но самое главное, это очень острое. Да, для меня это безумно острое. Острое, да? Mm-hmm. Jadi dia udah ngerasain ini, das banget memang. Русские не нравятся, да, острые? Ну, на самом деле, русские не особо едят острую пищу. Да? Ну, по крайней мере, я вот ну, не особо... Не хочешь еще? Нет, спасибо. Спасибо, Трята, я эмак. Ну, лучше это с рисом. А, ну, рис, наверное, пресный, из-за этого не будет так остро. И будет все, как называется, наелся, да? Наелся. Кням, кням, наелся, это ням-ням. Jadi kita rendang. Pertama kali ini, nanti kita cobain lagi yang lain. Baik, main dulu gue. Siap. Kita bumbunya. Oke guys, jadi makanan keduanya kita adalah nih, aku bawain dia. Tadi aku masak, kita nasibnya rawon. Rawon itu tuh juga cuman swiss, nah, Indonesia. Kita isi apa itu.
И мне очень нравится это, потому что не очень острый. И когда холодно, с этот суп очень прикольно. Можно ты его попробуешь, пожалуйста. Как ну, вкус? Пахнет, в принципе, приемлемо. Да? Угу, сейчас попробуем. Это тоже курица. А тут только курица? Да. Овощей нет? То там можно добавить, может быть, картофель или морковь. Ну, как хочешь. Ну, вот это вкусно. Да? Да, мне нравится. О-о-о. И оно не острое. Да, есть мне картофель. Прям нравится. Я сам не думал. Равонные катания, лобиэна. Одна катания. Еще. Вкусно. Еще. С собой на вынос. С собой на вынос. Да, ладно, я как бы опулаю. С собой торт я бы опулаю. Правда, очень вкусно и пахнет вкусно. Давай еще покушай. А то есть эта курица просто варится как будто бы в бульоне. Ну, считай, это как бульон. Бульон? Бульон. Это что? Бульон – это когда ты варишь курицу, вот эта водичка остается. И сделать такой... Вкусно. Да, вот это мне нравится. Да? Да. Тебе. Ты хочешь со мной, да? В России вот такое нету? Нет, так в России такого нету, я не пробовала никогда. Кахош на какой, по-моему? На что похоже? Не знаю. Похож на суп российский. На русский суп. На бульон просто. Бульон? Бульон со специями. Jadi kayaknya bulion itu kaldu ayam. Tapi ini bukan hanya kaldu ayam, это не только бульон. Ну там есть соус какой-то, не знаю как. Я не смогу объяснить, потому что трудно. Я понимаю. Переводчик на русском очень много там. Ну вот если бы там было какие-нибудь овощи, то это было прям как суп. А так это в России это бульон. 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 Namanya menarik. Oke, dan kita akan lanjut lagi. Следующим мы будем попробовать бакван. Сегодня мы только рендан, раун, вот, бакван и писан горен. Жареный банан. Помните, есть, да? Ты смотришь. Окей, jadi aku mau ambil dulu. Jadi ya, kita singkirkan dulu. Окей, kita bawa-bawa. Tenet! Aku udah bawa lagi nih, ini. Это бакван. Который жареный, овощи там есть морковь с... капусты. Я думаю, это будет очень вкусно. Наверное, да. А это жареный банан. А сначала это, потом это. Хорошо. Последний. Dan ini udah makanan yang terakhir. Kita coba. Jadi kita nggak terlalu lama-lama emang. Kita nyobainnya emang yang dikit-dikit aja karena aku masaknya dikit banget gitu. Jadi ya, terus kita ya gatovel, dilihat tidak spesial. Special for you. Окей. Мне приятно, спасибо. Окей, это... Окей, okay, jadi... Давай, попробуй. Прям рукой. Да? Рукой. Почему только маленький? Ты боишься, что если будет острый, да? Нет, это не острый. Давай, ну. Похоже на оладушки. Оладушки? Оладушки. Это что? Оладушки – это тесто... Ну, как блинчики, но только они маленькие. Панкейки. А, панкейк? Да, похоже на панкейки, но только из овощей. В России это драники. Драники, да? Да, драники с картошкой делают с морковкой. Я знаю, по-моему, как... Ну, как пирожок, может быть. Нет? Блины, но там внутри есть какой-то овощи, да? Jadi, ini ternyata mirip kayak... ada namanya pancake, tapi pancake-nya itu di dalamnya ada sayur, ada daging, dan ini kata dia gitu. Ну это semua kue. Ну да. Оладушки. Это тоже, да? Да. Оладушки. Это в России называется оладушки. Оладушки. Jadi ada, kita ada kemiripan, ну это похож, очень похож. Oh, ternyata ada. Namanya оладушки, да? Аля-аля. Ternyata mirip. Aku juga mau coba, kayaknya. Ну это вкусно, мне нравится. Это тоже. Мне очень, как? Я немного добавил соли, поэтому чуть-чуть сладкий. Ты не добавил соль, не досолил. Не досолил, да. Поэтому, нет, ну, конечно, по надо. Вкусно? Да, вкусно, мне нравится. Потому что я сука дюня. Karena biasanya ini kan juga harus pakai garam, agak asin dan
enak kalau dimakan pakai rawon. Это вкусно, если покушаем с рауон или рендан. То есть это нужно с чем-то? Да. Ну, в России это едят со сметаной просто. А, со сметаной? Угу. Сметана это соус. Jadi saus yang putih это белый соус, да? Да. Это juga enak. Он такой кисленький. Ну, это лучше тоже с соус острый. Но не, я знаю, что русский не нравится, не любит. Не-не-не. Да? Не любит острый, поэтому я знаю, ясно. Да. Это, если я продаю в России, это, наверное, будет, если кто-то будет купить или нет. Да, я бы купила. А, ternyata kalau aku jualan ini, ada yang mau beli, dia ibu. Ты хочешь купить, да? Если я продаю, да? Да, я буду. О, ternyata. Это вкусно. Окей. Okay. А если рендан? Это первое блюдо. Да. Без обид, но нет. Это слишком остро. Да, хорошо. Давай. Это уже. Сейчас это самое последнее. А как ты жарил бананы? Как? А, это сначала с мукой. А, с мукой. С мукой. А потом, как обычно, банан. Потом вместе с мукой. А мукой еще там внутри с яйца, еще с водой, там будет, как называется? Мешать, чтобы потом, как? Макать. О, дядя говорит, мешать, да, чтобы макать, вот, потом мы жарим, готовим, все, давай попробуем. Так, ну я попробую с маленькой. Это нет банан, по-моему, давай это. Ну, если нет, давайте поставим. Ладушки мне больше понравились. Лучше это да. Жареных бананов очень необычный вкус. Нет. Это не как в Таиланде, да? Похоже. Или ты забил? Не как в Таиланде. Не как? Потому там что они... ты знаешь? Банан там в Индонезии есть специальность для жареных банан, потому что я купил в Ашане, который банан из Колумбии, поэтому чуть-чуть другой. И тоже мукой не очень похож, как в Индонезии. У нас другой. Ну сладкий. По вкусу напоминает. Что? Похож на как? На пирожки с чем? С яблоками, наверное, с какими-то. Пирожок с яблоком ел? Пирожок с яблоком. А, да, да. Вот, мне кажется, отдаленно напоминает почему-то пирожки с яблоком. Ну, это же ванна. Да, да, да. А в Таиланде они были прям такие кусочки, они были без теста. Я не знаю, как они были пожарены, но это было тоже очень вкусно. Это только банан, да? Да, был только банан. Ну, жареный. Ну, жареный, да. У нас тоже есть такой, просто это другой. Понятно. У нас есть два типа. Есть, которые с мукой, есть, которые обычно. Бедно. Ну, просто я не специально готовил, поэтому не очень вкусно, наверное. Нет, прикольно, но ладушки мне понравились больше. Великолепно. Давай потом с тобой. Можно. И тоже отдашь. Nah. Oke guys, ternyata kita udah berakhir semuanya udah dicobain rendang, rawon, itu apa nih bakwan dan pisang goreng. Как сколько оценок каждое блюдо? По 10 баллов. По 10 баллов. Так, ну начнем с этого. Да, с рендан. Ну так как я не люблю острое, то это будет 4. Dapat nilai 4 aja, oke kalau gitu gak apa. Dan itu сколько? Вот это девяточка. Ternyata dia kasih это прям 9. Вкусный бульон. Padahal di sini itu rendang itu номер 2 в мире. Да. Ну ничего. Каждый человек это другой. Да, у каждого свое мнение. Да. А это сколько? Баклан? Ну, я думаю, он наравне с... Как еще раз? Рауон. С рауон. Я тоже думаю, он 9, либо 9,5, может быть. Уйди. Дикаси, ini 9,5 ternyata. Ternyata dia lebih senang sama ini. Oke, mantap. Dan это сколько?
Си. Ternyata bisa goreng. Jadi mungkin ti Borsche budit nerawit se banan. Ternyata dia enggak suka dengan pisang goreng. Dan jadi mungkin ti budit nerawit se itu. Ну, оно у него такой необычный вкус. Да, не очень. Да, ternyata ini. Dan okelah, sekian dari aku. Ternyata makanan Indonesia juga enggak kalah terkenal di sini, dan kalau aku jual makanan Indonesia itu akan laku juga. Ты будешь купить, да, если я продаю, да? Да, но вот это точно не куплю. Ternyata ini kita buang aja kalau dia nggak bakal beli, kecuali rendang. Karena rendang sangat pedas. Ya itu nggak apa-apa sih, tergantung dengan orang-orang. Ну, наверное, все. Спасибо, что ты хочешь со мной покушать, да? Это очень прикольно. А потом в следующий раз будет я попробовать русскую еду. Хорошо, договорились. Okay, guys, kalau gitu terima kasih banyak udah kalian udah nonton dari awal sampai habis. Coba sih Instagram dah. Да, есть. Как называется? О, это сложно. Ah, сложно. Nanti aku tulisin di sini dan di bawah. Потом я буду ссылку будет поставлю. Хорошо, давай. Да, kalau gitu не забудьте подписаться, комментировать и лайк. Ставить лайки. Лайки. До свидания. Пока.